3 недели на главной елке города горели огни. В отсутствии снега праздничное настроение дарило именно это хвойное дерево. Украшенное гирляндами, оно до сих пор радует взор. Сегодня пришли дети попрощаться с новогодней красавицей. А Дед Мороз и Снегурочка не давали детям заскучать, играя и танцуя с ними. Сегодня маленькие десногорцы собрались на главной площади города погасить огни на елке. Несмотря на мороз, ребята активно участвуют в развлекательной программе. Ребята поделились своим впечатлением о прошедших праздниках. Что тебе Дед Мороз подарил? Мне подарил он шкаф Барби. Я ходила салют пускать. А еще мы открывали подарки. Я помогал маме и папе. Помогал убираться дома. Мыть посуду. Что тебе Дед Мороз подарил? Машина, о которой я мечтал. Мы под елку прятали подарки. И потом смотрели, какие. Получу я подарок, какие. Какие я получу подарок? Мне он понравился. Мы играли с папой снежки. Мы еще играли царь горы. Еще мы играли в прятки и в догонялки играли. Похлопайте, ребята, скажите Дедушке Морозу и Снегурочке до свидания.